Приветствую вас. Основная идея заключается в том, что дружбу все люди понимают по-своему, и ваша подруга не является исключением, точнее, ваша знакомая, наверное, так правильно будет сказать, не является исключением из этого правила. Вот. В том смысле, что дружбу она именно с вами понимает по-своему, дружбу с вами она понимает вот так, как ей кажется адекватным и верным. И самое главное здесь, наверное, то, что вы соглашаетесь с ней на эту дружбу. То есть вы принимаете, образно говоря, ее условия, ее дружбы с вами. И при том, что вы недовольны, и при том, что у вас, ну, очевидно, есть свои представления о том, какой дружба должна быть, и, может быть, вы и правы в этом, но в таком случае свои интересы вы не защищаете, свои интересы в таком случае вы не продвигаете, а как бы предъявлять претензию человеку за то, что у нее с вами сложились такие отношения, а с другим человеком сложились другие отношения, это, на мой взгляд, ну, не имеет особого смысла, да, и, в общем-то, ведет только к конфликту и к какому-то взаимному неудовлетворению, да, взаимной какой-то раздраженности и прочее, вот. Поэтому идея здесь, наверное, будет не в том, чтобы оценить подругу вашу, да, вот. А идея здесь, наверное, будет в том, чтобы смотреть на вас в этой ситуации, и чтобы вы смогли оценить, насколько все это вам нужно и нужно ли, если нужно, то для чего нужно, зачем нужно, вот, чтобы что нужно, вот, и дальше уже, чтобы вы как-то вот смотрели на то, чего вы хотите, вот. На мой взгляд, это самый оптимальный вариант, потому что подругу вы переделать вряд ли сможете, вот, но можно только замотивировать, да, человека, можно замотивировать на то, чтобы он изменился, вот. При наличии у него такой возможности, да, при наличии у него желания это делать, вот. Ну, вашу, опять же, подругу пока что, я так понял, все устраивает, меняться она не хочет, и, соответственно, тут вариантов для вас только принять. Либо принять, либо не общаться. Но я думаю, вы это знаете и так. Вот, поэтому мне кажется, что конфликт здесь может быть несколько другой. Конфликт может быть несколько глубже, чем то, что вы пытаетесь продемонстрировать, да,
конфликт может быть немножечко другой, все-таки более глубокий может быть конфликт. Вот, ну, это уже нужно разбираться более подробно. Я думаю, что вы пытаетесь подруги для себя что-то получить, вот, но у вас это сделать не получается, и не получается, в общем-то, по вполне понятным причинам, потому что человек вам этого дать не может, но момент здесь в том, что вы, ну, продолжаете этого хотеть. Вот какой здесь момент, и мне кажется, что в этом ваша есть проблема, мне кажется. Вот, мне кажется, что в этом ваша сложность основная заключается. Вот. Поэтому я думаю, что как-то так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Определитесь, я повторюсь, определитесь со своими ценностями, да, определитесь со своими приоритетами, со своими интересами, и подумайте, как это все можно продвигать. Вот. А если вы этого не делаете, то нужно посмотреть, по какой причине вы этого не делаете. Если вы продолжаете требовать от подруги быть, собственно, той, кем она не является, да, собственно говоря, ну, быть вот вести себя так, как ей не хочется, например, то это опять же вопрос, Екатерина, к вам. С чем продиктовано такое поведение, для чего оно вам, вот, на это такая штука. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.